Доброго всем дня. Продолжаю работы по птичнику. Совет. Внешний плинтус птичника. Зачем я это делаю? Я подтягиваю низы досок. Постепенно первый, второй немножко наживили и подтянули доску сюда. Убираю щели. Ну, время, конечно, но что сделаешь. Вот видите, убираю щели. Ни пыль, ни грязь, ни сквозняк туда не попадут. Когда буду красить, краска забьет все эти микрощели, вот эти маленькие. Вот тут подтянуть можно еще. Двумя на доску, если они в разбежку, то одна так. Подтянули, рейки хватает. Не обязательно сплошную, кусочками. Вот я подтянул здесь, видите, гуляет. Одна сюда, одна туда, вот. Вот поставил, просверлился и вытянул. Подтянул, вот эта щель уйдет. Покажу. Вот чтобы закончить хотя бы две стены, полностью не возвращаться к ним, только на покраску. Вот получилось, вверх я подшил, потому что двухметровые доски, без учета вот этого, вот этой балки стропилины, подшил двадцаткой, толщина 2 миллиметра. Все подшил вверх. Теперь пройдусь по низу рейкой вот это. Это недолго. И все на этом, как бы, стена закончена, для покраски готова. И угол сделал. Сейчас там солнце. Уголок тоже не был приход доски одна в одну. Вот уголок как раз попал. Такой вот. С двух сторон я его подшил. То есть я устранил все такие косячки. Все, работаем дальше.